Все радиоведущие очень редко видят глаза своих слушателей, и когда это удается, это для нас тоже праздник, поверьте, правда, без всяких разговоров, поэтому спасибо. Как всегда, ну так как в радиопередачах у нас формат прямого эфира, правда, чаще всего, не всегда, но чаще всего. Поэтому я предлагаю тоже разговаривать в прямом эфире, потому что... В книжке, которую мы сегодня представляем, о которой пойдет разговор, все утверждения спорные, потому что в ней идет речь о том, как же все-таки стать настоящим человеком. А у нас в стране за долгие разные годы ее существования это как раз это понятие менялось такой стремительностью, что разобраться в этом невозможно. И поэтому, да, ну, если я задаю вопросы, то они не риторические, а я жду каких-то ваших ответов и мнений. Хорошо? Вот это, между прочим, Пиноккио не итальянский, а бельгийский. Я итальянских почему-то не люблю фигурок. Но вам, вот, как вы думаете, почему книжка о деревянной марионетке и в нашей стране, и в... А Пиноккио это марионетка. Да? Это не просто кукла. Покорила весь мир, стала одной из самых популярных книжек мира. И за 120 лет примерно, 120 лет будет через 2 года, вышла общим тиражом, общий тираж Пиноккио составляет более 3 миллиардов экземпляров. Даже страшно подумать просто. У нас, конечно, в стране популярнее Буратино. О различиях мы сейчас тоже поговорим. Но все-таки, почему? Почему именно этот образ вот этого деревянного человечка? Он наивный. Он живой, и это жизнь наша. Он живой. Чем все этапы нашей жизни? Какие? Трудности. Ну, каждый понимает по-своему. Я думаю, что вся тайна марионетки, вообще говоря, в любом случае, она в крестовине, вот в этой, которая не работает. Вот в этой. А в этом отличие от марионетки, от любой другой куклы, правда? И мне кажется, что вот гипноз Пиноккио и наша любовь именно к этой кукле, кроме длинного носа знаменитого, что тоже очень характерная деталь, заключается в крестовине. У него есть, у любой марионетки есть что-то, что ее ведет, правда? А мы всю жизнь этого ищем. Кукловода. А что вы смеетесь? А кто-то хочет выйти замуж. Мы вот тут смеялись, я собрался тренинг по этому поводу проводить в начале следующего года большой. Как бы кто-то ищет религию Бога. Это ведь тоже ведь поиск кукловода. Ну, если не пытаться буквализировать эту схожесть, то тем не менее, когда мы говорим, что мы хотим найти веру, правда, я все время вспоминаю моление о чаше. Да не моя воля, а твоя пусть будет, правда? В кризисные жизненные периоды мы повторяем эти слова, как бы разыскивая некую крестовину, которой мы все подвешены. Или не подвешены. Кто-то ищет другую крестовину и называет ее наукой. Кто-то, хотите ее назовите опорой внутренней, да, мировоззрением. Кто-то разыскивает пришельцев. Кто-то доброго начальника. Кто-то справедливого царя. Но это же чистая правда. Мы, чем так похожа кукла-марионетка на нас? Да в общем только одним. Пиноккио оказался в ситуации необыкновенно схожей с нашей. Пиноккио – это марионетка, лишенная веревочек. Лишенная крестовины и кукловода, ожившая марионетка.
Правда? Как мы. И, по всей видимости, для того, чтобы стать настоящим человеком, ему надо обнаружить свою вот эту крестовину. Где мы ее можем обнаружить, эту крестовину? Мы с вами. И деревянные куклы тоже. Поступках вообще. Внутри себя, правда? Не снаружи, а внутри себя. Что делает Пиноккио? Ну, в некотором широком смысле и Буратино. В чем делает? Путешествие. А зачем мы путешествуем? Вообще цель путешествий. Познать самого себя. Найти крестовину. Найти крестовину. Maybe, почему нет? Найти крестовину. Как бы, где совершаем мы это путешествие? В жизни. В жизни. Во всяком случае, мы пытаемся... Жизнь всегда начинается с того, что мы пытаемся искать эту крестовину во внешнем мире. Правда? Вот поэтому Пиноккио совершает путешествие. Он ищет крестовину во внешнем мире. И в конце концов обнаруживает ее в себе. Это наш жизненный путь. Тогда, когда он ее обнаруживает, эту самую крестовину, он становится человеком. Я очень люблю сказку «Колоде». Ну вот тут даже Людмила говорила, это, что типа Александр Геннадьевич по каждому поводу имеет собственное мнение. Ну, на самом деле, это не Александр Геннадьевич, честно, это мы все по каждому поводу имеем какое-то свое собственное мнение. И разное мнение. Поэтому нам всем знакомо некоторое чувство, вот это, которое чаще всего мы называем «я не такой, как все». Правда? Для того, чтобы обнаружить крестовину в себе, нужно обнаружить в себе некоторое право быть не таким, как все. Хотя за это бьют. Вот. А всех не бывает. Каждый. Это относится к каждому. И вот, вы знаете, удивительная вещь. Так сложилось. Ну, я вообще очень люблю библиотеки, я говорил вот Ирине. Дело в том, что я родился и вырос в библиотеке. У меня мама была библиотекарем, то заведующим библиотекой, между книжек. И как-то так почему-то, видимо, сложилось. Я уже не помню почему, потому что мне было, наверное, лет 6. Но я первым читал Пиноккио. А Буратино я читал уже много позже. Скорее тогда, когда там первые мультфильмы стали у нас показывать. Фильм-то появился в годы моей юности уже. И я, на самом деле, вот это же был сначала тренинг по радио об этом деревянном человечке. А потом уже я стал додумывать его в книгу. И мне несколько раз в голову приходила предельно простая мысль. Может быть, разница вот этого пути к праву ощущать себя, в том числе, как через опорную точку, лежит через книгу. Чем Буратино отличается от Пиноккио, кто знает? Ну, как вы думаете? Ну, по названию понятно. Буратино по-итальянски кукла, просто кукла. Точнее, обычно этим словом называют куклу-марионетку. Но, тем не менее. В чем разница между Буратино и Пиноккио? Кто знает? Какой? Более позитивный? С ума сойти. Кто? Буратино? А в чем? Вот это очень интересно, на самом деле. Правда? В чем доброта сказки про Буратино?
том, что они сбежали от Карабаса-Барабаса? Или в чем? Там нет, убийств нет. Убийств? Да, а вот в Пиноккио там есть. Убийство? Это как-то вот... Убийство? Да, нет, ни одного убийства в Пиноккио нет. Отвечаю. Не людей, а... Отвечаю. Ну, нет, вот эти сказки бесполезные. А здесь полезные. Не-не, я по сути, содержанию сказки. Сказки, вообще, вот в этой книжке, которая, три сказки про Пиноккио, которую не мы издавали, там, это, наверное, самое больное место нашего разговора, потому что все любят Буратино, я знаю. Так вот, нет, никаких убийств, ни одного в сказке Пиноккио нет. Там есть, правда, гробик, могилка мамы-феи, да. Но убийств там точно совершенно нет. И более того, там даже есть мертвая фея в окошке. Но, сверчок там тоже не сверчка там тоже не убивают, так же, как в Пиноккио. В смысле, он дальше так и путешествует, видите. Все время появляется в сказке. Вот. Я думаю, что сверчок в этой книжке, я пытаюсь это доказать, что сверчок – это совесть. И поэтому ее можно пытаться убить, а до конца убить нельзя. Она все равно непрестанно вылазит откуда-то. Так что нет, Колодя никого не убивал в сказке. А в чем разница-то? Ну вот сюжетно они расходятся в таверне. Там навсегда расходятся пути двух деревянных человечков. Вообще, надо сказать, что Толстой ведь начинал с того, что он опубликовал пересказ сказки Пиноккио сначала, в 1932 году, а потом уже появилась сказка Буратино. Поднимите руки, кто читал Пиноккио? Я. Ну, даже не треть зала, правда? То есть гораздо меньше. Вот одному, у одного есть задача стать настоящим человеком. Настоящим мальчишкой, точнее говоря. А у Буратино такой задачи нет. А какая ей задача у Буратино? Мальчишка. И это единственное, что... На самом деле у него он довольно быстро перестает учиться в школе, правда? Вообще, я всегда говорю, что мы просто, наверное, этого не очень понимаем. Вот если сейчас перечитаем, то легко понять. Дело не в коммунизме, а дело в том, что Буратино на самом деле профессиональный революционер. И ему, как настоящему профессиональному революционеру, заканчивать учебу в школе не надо. Ну, правда? Ну, не надо. Он там сколько-то, я сейчас не помню, сколько уроков он получает. Два или полтора. Избегает. А что надо Буратино? Буратино нужно найти волшебный ключик. И... Я всегда смеюсь. И что сделать? Найти волшебный ключик, и он позволит что сделать? Что за волшебные дверцы-то там прячется? Да нет, ну там театр же прячется, кукольный, справедливый, да. Ну, ему нужно, в общем, сквозь эту дверцу уйти в счастливую жизнь и увести за собой кукол. И для этого достаточно найти тайный ключик. И мы... И вот, обратите внимание, вот для меня... Не, ну, хотите, ругайте, хотите, соглашайтесь, как скажете. Но по моей глубокой убежденности, на этой схеме построена вся наша жизнь. А Пиноккио скучный. Как бы каждый из нас мечтает найти какой-то волшебный ключик или крестовину, если хотите, и эмигрировать в это самое, в счастливый и справедливый мир. Да, и не пытаться тут разбираться со всякими карабасами-барабасами, понимаете, дуримарами, вечно садящимися в лужу. В общем, ну и если вы заметите, так себя большинство и ведет. Разве нет? Вообще, ну мы столько раз говорили об этом в передачах, а я так понимаю, что здесь подавляющее большинство слушателей,
что не стыдно говорить, да, вот эту свой взгляд на первородный грех, или вспомнить все-таки. Вспомнить. Ну, я все время говорю, что, понимаете, мы когда обсуждаем первородный грех, мы забываем об одном самом для меня, как для психотерапевта, главной детали. Эта главная деталь заключается в том, что для того, чтобы что Адам и Ева хотят быть как боги. Как боги. Не богами, а как боги. И каждый из нас тоже этого хочет. А сейчас я вам это докажу. И... Но они этого не знали сначала, им предсказали. Ну, это не так важно, да. Сейчас ведь надо сказать, что... обратите внимание, Буратино тоже с самого начала этого не знал. Ему же подсказали. Да. Подсказчик существует всегда. И в Пиноккио, и в Буратино, и в книге «Бытия». Я хочу сказать, что главный соблазн – это змея. Он заключается в том, что для того, чтобы быть как боги, достаточно сожрать яблочко. Понимаете? Ну, многие, не я один, конечно, особенно в иудаизме, они, в общем, именно и так и понимают действия Бога в раю. Он пытается Адама и Еву чему-то учить. Сейчас не будем спорить, чему. Ну, например, именовать животных. Все знают, да, что Адам именовал животных. Это была такая работа. Ева, похоже, по тексту, похоже, что она там занималась какой-то уборкой. Когда она появилась, она занималась уборкой райского сада. В общем, вот эти усилия им не нравились. И поэтому, как? Ну... Ну, это действие само по себе, соблазн змея, ну, примерно соответствует предельно простой идее всех жуликов на свете. Да, вот сейчас я тебе дам много денег, а тебе делать ничего не надо будет. Только вот там, я не знаю, паспорт покажи, или там договор заключи. Правда? А внутренне мы все верим в чудо, только мы считаем, что это чудо... Это некое такое однократное событие, которое приносит нам что-то очень просто, что называется счастьем или блаженством, не знаю, какие еще более высокие понятия подобрать. Вот как бы поэтому Буратино достаточно найти золотой ключик. Да, потому что есть она, эта чудесная дверца, которая ведет в справедливый райский мир. И находится эта дверца, между прочим, ну, наверное, тут есть поклонники алхимика Паула Коэльо, а сюжет алхимика Паула Коэльо, на самом деле, с моей точки зрения, украл у Густава Майеринга, а Густав Майеринг использовал сюжет старинной арабской сказки. В общем, согласно очень древней легенде, путник отправляется на поиски некого сокровища по какой-то карте. Он его ищет, ищет, ищет. Потом выясняется, что на самом деле эта карта вела к его дому, и под его собственным крыльцом было зарыто сокровище. Он возвращается домой и находит это сокровище через много лет странствий. И поэтому сюжет Буратино полностью соответствует сюжету алхимика Коэльо. Буратино после путешествия возвращается домой, находит как бы эту дверцу в каморке папы Карла. Там нарисованный очаг, и за ним путь к справедливому миру. Ну, как хотите это называйте. Хотите коммунизм, хотите чего-то еще. Поэтому это отнюдь, чтобы вы это понимали, не оригинальный какой-то сказочный сюжет, придуманный Толстым или Карельей. Это один из древнейших архетипов. Он рассказывает, опять же, о чем? О том, что человек отправляется в путешествие, как вы говорили, а потом, если он что-то понял и что-то нашел в этом путешествии, то он возвращается к себе, домой, в свой дом, к себе внутрь. Там он находит Бога, сокровища и все остальное. Потому что...
А... Итак, про тайну. Для меня это важнейший аспект человеческой жизни вообще. Тайна Буратино заключена, в сказке все я имею в виду, в этом самом нарисованном очаге в каморке папы Карла. В Пиноккио папу зовут Джепетто. Он плотник. В Буратино он, как вы знаете, станет шарманщиком, который как-то там с трудом вырежет вот этого человечка из полена. А мы с вами только что поняли, зачем нужна картинка очага в сказке Пиноккио. Ой, в сказке Буратино. А зачем она нужна в сказке Пиноккио? Она там есть, она там упомянута, и упомянуто то, что Пиноккио весьма потешным способом пытается залезть в котел и что-нибудь съесть. Он возвращается домой. Папа Джепетто оказывается в тюрьме по его вине. И там вот он голодный пытается ткнуться в этот очаг. Все, дальше этот очаг никакой роли не играет. Он зачем на самом деле нужен? Я просто пытаюсь рассказать. Ну, и зачем нужен... И зачем нужен нарисованный очаг? Меньше есть хочется. Вот зачем приятель Джепетто нарисовал эту картинку. Вот зачем ему нужна иллюзия. И там вовсе нету никакой такой тайны. Есть тайна моей, ну, не сказать науки, скорее моего искусства, психотерапии. Посмотришь, и есть меньше хочется. И так как мы, видите как, далеко не все можем это сформулировать, то мне приходится, когда я пишу книжку, задавать вопросы. Зачем нужны картинки в наших томах? Мы никогда не вешаем, ну, как большинство из нас, картинок на своих стенах случайно, но почему-то всегда большинство из нас забывает рассказать детям и внукам о том, что они значат для нас. Так там, ну я не знаю, вот эта фотография курортного отеля, в котором мы с твоей мамой были счастливы. Или с твоей бабушкой. А вот это портрет твоего дедушки или прадедушки, которого я не знала, и который погиб первый год войны. И чего он сделал заодно. И вот когда я смотрю на этот портрет, я смотрю на него, когда мне не хватает мужества, и вот тогда твой прадедушка мне помогает. А вот на эту картинку я смотрю просто от того, что мне не хватает красоты. В жизни очень много некрасивого. А вот если я внимательно на нее посмотрю, на эту картинку, и пущу ее в себя, тогда у меня в душе красоты становится чуть больше, и жить становится легче. Такая доморощенная домашняя психотерапия, книга о вкусной и здоровой пище, которая есть на стенах дома каждого, только не хотим. Слова переводить не хотим. Так почему же сказка про Пиноккио многим кажется такой скучной? Ну, кстати, мне не кажется, никогда не кажется. Какая там философия? Видимо, это связано со мной. Вы, как только мою рожицу видите, вы считаете, что это с философией связано. Какая же сказка связана с философией? Да и Господь с вами, и любая сказка связана с философией. Вообще, ничего более философского, чем русские сказки, на свете не бывает. Вы Пушкина откройте. Вот он был философ, мифолог, да. И там столько всего понамешано, что как только вот чуть-чуть краешка коснешься, иди удаешься просто от философии. Почему она кажется скучной-то? Нет. И почему молодой человек говорит, что там убийство есть? Он не помнит.
требуется ваше пояснение. Ну, как вы думаете? Мне же интересно мнение тех, кто книжку читал. Не мою, Пиноккио. Чудеса там случаются, их там полно. Но вся проблема в том, что в отличие от веселого Буратино... Гроза жизни. Что такое? Что мы считаем скукой в жизни? Это вот программа «Серебряные нити» на самом деле существует для этого. Кого вы считаете? Платонова? Монотонность. Пиноккио? Вы его читали? Там не монотонность, там сплошные приключения, коротенькие главы. Сама жизнь. Процесс всей жизни. Нет, ну какой же «всей»? Процесс только же всей жизни Пиноккио начинается в конце сказки. Он превращается в мальчика, его ждет дальнейшая жизнь, неизвестно какая. А это достаточно короткий отрезок его жизни, правда, длиннее, чем отрезок жизни Буратино. Вот почему. Потому что, в отличие от героев очень многих других сказок, Пиноккио приходится много страдать. Ну, правда. Страдать, буквально. Он 4 месяца сидит в тюрьме, потом ему приходится полгода, что-то, я только те сроки, которые я помню, полгода приходится отрабатывать, работать ради того, чтобы содержать больного отца, которого он спасет из Акулы. А как иначе-то? Вот понимаете, какая штука? Пиноккио, несомненно, это сказка воспитания. Чем заканчивается история, кто помнит, история с полем чудес в стране дураков? В Буратино. Чем она заканчивается? Теряется, что его вот так вот. А? Ну, что они делают? И? И все, правда? Да. На самом деле, откуда взялось поле чудес? Да. Кто знает, откуда было взялся образ поля чудес в стране дураков? Ну, там в переводе Камилла Данини это называется «Страна болвания», но суть дела особо это не меняет. Откуда взялся этот образ? А? Соблазнители, да, соблазнители. И Пиноккио тоже «Кот с лисой» рассказали. Да. Никакой чудеса. Разницы. Вера в чудеса. Но он не поверил. Готовность обмануться. Как не поверил? Пиноккио поверил. И дети наши верят, знаете, да? Да. Все это ведь вот... А мы умеем это объяснить? Ну вот, что хотят наши дети? Что хочет Пиноккио? И Буратино в первой и третьей сказке. До того, как он идет. Ничего не делает. Учиться, много ничего не делать. Да, как они это называют? Гулять. Стремлением к легкой жизни. Да. Сейчас вот это самое целая проблема. Родителям говорят, дети, вот мы пойдем всякой дрянью торговать и будем 30 тысяч в день зарабатывать. Или уже зарабатываем. И что вы мне на это скажете? Как сидели в нищете, так и сидите. Если вы такие умные, то чего вы такие бедные? А чего вы можете этому противопоставить? Иметь 10 детей, трудиться коровами. То есть, если из них двое не помрут, ухаживая за коровой, то они как раз и будут удачными. Остальные фиг с ними, правильно? Ну, как бы, как Спарта. Кто выживет, да? 10 детей. Ну, так вам многие мамы скажут. В своем доме есть, как раньше. А свой дом... Да. Но я даже
не только об этом. Системно. Как это сегодня называется? Вот этот самый первородный грех. Это же он же. О, он сегодня называется возможностью легкой жизни. На самом деле, для меня вся суть проблемы заключается в том, что сказка Буратино эту возможность не отрицает. Ну, Буратино не страдает. Он оказывается в некоторых обычных сказочных приключениях, да, обманывает Карабаса, обхитривает Дуримара, отказывается учиться в школе и то, о чем мы говорили, совершает. А как бороться-то? Что можно противопоставить легкой жизни? Чего можно в ответ сказать? А зачем нужен труд? Это ж бред, а я вот пойду торговать, да и все. Что можно противопоставить понятию легкой жизни? Труд. Это у вас нету? У вас нету детей, видимо, или современных. Да. Ну как помогает труд противопоставлять? Надо как минимум попробовать понять, зачем он нужен. Или понимаете, какая ситуация? Или понимаете, в чем проблема? Правда. Вот для меня это какой-то, пусть плохой, но выход. А что, если почитать в детстве Пиноккио, а не Буратино, и поделать по нему упражнения, и поиграть по нему в игры? С детьми, не с вами. Может быть, они будут... Может, они будут чуть другими, чем те, которым читали в том же возрасте Буратино. Это у меня рабочее предположение. Вам, бабушки, мамы, будущие мамы, его подтверждать. Я хочу сказать вот ведь что. Ну-ка, дайте мне какой-нибудь аргумент против легкой жизни, любой. За то, что жизнь должна быть трудной, что надо работать, учиться, это скучно. Во всяком случае, уроки папы и Джипета не помогают. Дайте мне способ какой-нибудь. Вот все здесь. Половина молодых, половина умудренных опытом. Ну-ка скажите мне, что можно, какой текст, о чем смысл жизни? Да пошла ты нахер. Это мне так мои, это так мои пациенты подростковые. Мне это смысл жизни. Вот и катись со своим смыслом. Знаешь куда, доктор? Нет, но если да. Ребенку это объяснять сначала. Что объяснять-то ребенку? Я про это и спрашиваю. Я про это и говорю. Ну, а цель, честная пионерская ради этого книжки писать. Вместе участвовать. И в чем? Сейчас я к вам буду приставать, чтобы вы объяснили, что такое счастье. Я могу, честно, сейчас попробую. Да. Я вот что хочу сказать. Знаете, господа, я вам честное слово даю. Это ведь все очень просто. Легкая жизнь – это жизнь, которая заключается в чем? А? Потребление, первое, это потребляцтво, это модель общества потребления. А в чем еще-то? Задача легкой жизни, она какая? Как это быть? Что значит быть? Кто сказал? В радости без ответственности. Удовольствие, да. Получать непрерывное удовольствие и больше ничем не заниматься. Правильно? Теперь давайте вспомним. Поднимите руки, сколько детей до 16 лет. Предел, человек, ну сейчас же ведь этот, ну что вы, плюс, сейчас будет текст плюс 14, хорошо? Я хочу сказать, давайте вспомним про оргазм, ладно, можно? Вспомним про оргазм. Это предел, данный нам в физиологических удовольствиях, потому что слово «удовольствие» это сугубо чувственное слово. На самом деле подразумевает некоторую сексуальность. Других удовольствий не бывает. Удовольствие – это, да,
Тычма, выпить чампочку. Вот там. И дальше. Я хочу сказать, что трудно оргазм-то пережить, дамы и господа. Мужчинам чуть проще, женщинам чуть сложнее. Однако без напряжения ничего не получится, правда? Ничего не получится. Это элементарный принцип получения удовольствия, который каждый родитель должен помнить с самого рождения ребенка. Ну, например, ребенку, один из синонимов слова удовольствие, расслабиться. Хочу расслабиться, понимаешь? Вот расслабиться хочу. Сначала надо напрячься, потому что невозможно объяснить ребенку, что такое расслабление, если не объяснить ему сначала, что такое напряжение. Понимаете, какая же? Ну, невозможно, даже если очень постараться. Хотите, не хотите. И дальше, что было с Пиноккио, кто помнит? Он научился работать. Ты, ну, прямо сразу научился работать. Восла прямо. В результате чего? Он куда попал? Да, на остров удовольствий. Удовольствие. Обратите внимание. Зачем писал Колоде книжку? Чтобы папа и мама вдруг поняли вот то, чего я сейчас пытаюсь объяснить. Папа и мама, что такое страна удовольствия у Колоде? Кто помнит? Ну что там у него? Есть еще одна книжка, которая жизнерадостно украла эту страну у Колоды. Не знаю, как на Луне Николая Носова. Там то же самое. Абсолютно один в один. Фрагмент Колоды. А что там? Ну там несовременное, конечно, удовольствие. Ну там карусели, горки, каталки. И вот они там просыпаются и каждый день идут развлекаться. Во что это превращается? А? Это превращается в не в безделицу. В рутину, в ежедневный труд. Понимаете, какая штука? Этот ежедневный труд не требует чего? Нет, Господь с вами. Слушайте, люди, вы правда упали с какой-то ветки непонятной и считаете, что катание на каруселях не требует никакого напряжения? Головы это не требует, своей собственной. Опять обратите внимание, что происходит. Это тоже попытка обрести какую-то крестовину. Да? Ну, карусель. Карусели нужны зачем в реальном мире? Что это такое? А? Карусель кто-то крутит. Карусель крутят для чего? Карусель – это способ, несомненно, получения удовольствия для ездока и прибыли для того, кто эти карусели построил. Правда? Пиноккио, у него отняли деньги. Было это в стране болвания. И он в стране болвания пошел в суд. Да. Судом руководила судья Горилла, которая сказала, да, его посадили, которая сказала, сажать в тюрьму надо тебя. И знаешь почему? Потому что ты оказался дураком. А в стране болваний люди получают прибыль с дураков. И поэтому, раз ты пришел в суд жаловаться в стране болваний на жуликов, то ты покушаешься на власть. Городскую власть. Да, а чего вы аплодируете? Его посадили. И он 4 месяца сидел в тюрьме. У нас пойди, то мы посадим. И там, между прочим, все это в книжке, конечно, написано. И там, между прочим, есть замечательная деталь.
что выпустили его в результате маленькой революции, которая регулярно случалась в стране Болвании, потому что, ну, все время жулики новые, должны были к власти приходить, иначе... Вот. А в переводе Казакевича там была амнистия, и всех преступников выпустили. Да. А Пиноккио оставили в тюрьме. Знаете почему? Потому что он никаких преступлений не совершал, и выпускать-то его было не за что. Понимаете, как это? А и выпускать было не за что. Да, да. И правда, это есть только в переводе Казакевича. И Казакевич, видимо, имел в виду, конечно, не эту амнистию, а амнистию 1953 года. Кто помнит и знает. И он как-то пытался на это намекнуть, да, на то, что уголовников впустили, а политических не выпустили, потому что они никаких уголовных преступлений не совершили. Да? Была такая мотивировка. Вот, поэтому я там описываю и перевод Казакевича, и тот, и этот. Ну, видимо, удивительно близки в той ситуации к Италии от конца 19 века. То, что у нас есть. Ну, конечно, сказка эта не политическая. Однако, вы знаете, вот если ты про эти игры прочел, и прочел за то, что, про то, что тебя еще за глупость могут и в тюрьму посадить. Иногда дети запоминают это на всю жизнь. С чего начинает Пиноккио свое путешествие, помните? Я всегда пытаюсь об этом рассказать, если получается. Ну, на самом деле, вот я долго не мог понять, потом понял. Пиноккио начинает путешествие с капризов. Ну, там, в самом начале, я вот не помню, в Буратино это есть или нет, но... Он, как только папа Джипетто кончает вырезать ему ноги, он тут же сбегает, убегает и неизвестно зачем, неизвестно куда, в общем, бежит из дома на площадь. А как только появляется папа Джипетто, ложится на землю и начинает сучить ножками. При этом папу Джипетто, который пытается его увести, забирают в полицию за жестокое обращение с ребенком. Представляете, как все похоже? Просто ужас какой-то. Вот. А когда он возвращается домой и пытается его кормить, Пиноккио там не хочет есть сердцевину от груши, начинает капризничать по еде. В общем, первая часть сказки – сплошные капризы. Вот как вы думаете, что такое детский каприз? На самом деле, давайте просто скажем, что детские капризы – это самый первый способ самовыражения. Самое страшное для меня заключается в том, когда этот способ самовыражения на всю жизнь остается единственным. И, между прочим, если вы задумаетесь, вы сами, не я, а вы – заговорили об обществе потребления. А в обществе потребления человек сам себя продолжает выражать капризами. В чем капризы выражаются? Что мы вообще называем капризом? Какое действие психологическое? Ну, очень просто все. Я хочу сказать, ничего сложного от вас не хочу. Хочу сказать, это всегда... Требование. Не требование, это всегда отрицание. Ребенок никогда не говорит, я не знаю, я не хочу яичницу, а хочу холодец. Ребенок говорит, не хочу яичницу, да? А предлагать должен поставщик товаров. Мама, бабушка. А наше дело выражать свое недовольство. Ну вот если вы обратите внимание, как самовыражают себя люди у парикмахера, у косметолога,
У врача, да. Да. Правда? Ну, действительно, я же не парикмахер, я же не могу сказать, как меня надо стричь. Я зато я точно знаю, как меня стричь не надо. Правда? И следующий уровень, там, ну, скажем, так как я последние 30 лет проходил в халате, у меня нету костюма для выступления. Я думаю, не пойду я выступать в центральную детскую библиотеку. Не, принесите мне костюм. Не. Вот на этой, вот на этом лимузине я не могу выехать надо. Не поеду! Это не моего статуса машина. Правда, да? Как бы я в этом платье в обществе появиться не могу. Не войну! Хочешь, чтобы я пошла с тобой в театр, принеси мне другое платье. Не знаю, какое. Другое! А вот некоторые альтернативы вот этого способа самовыражения, между прочим, вы знаете, в отношении, я же пытался и другие книжки писать, комментариев, правда? И тоже к итальянцу, к божественной комедии Данте. Я думаю, что их здесь нет, наверное, вряд ли привезли ребята. Они тяжелые, есть? Вот. Я хочу сказать, что... В результате то, в чем мы живем, именно в результате вот такого рода самовыражения и превращается в ад. Только не совсем по Данте, скорее по Сведенборгу. Вот здесь где-то есть цитата из Сведенборга, я ее заложил даже. На самом деле, в аду душа каждого человека после смерти оказывается полностью погруженной в иллюзию собственного превосходства над всеми остальными душами. Вот вам ад, который мы сейчас устроили сами себе. Ну, это, наверное, неизбежное такое свойство потери коллективизма, когда мы долгие годы учились думать одинаково, теперь нам надо учиться думать как бы по-разному в своих интересах. И поэтому каждый из нас стал чувствовать собственное превосходство, потому что задачей каждого стали капризы. Капризы. А каприз – это всегда отрицание чего-то, без всяких позитивных предложений. Понимаете про что? Поэтому нам бы сейчас самое главное найти некоторое право в себе отрицать другого, вещи. Многие ходят к врачам, в магазин с целью показать свое превосходство. Вот на тему «Обслужите меня так, как я этого достоин». Клиент всегда прав. Да. Проблема-то в не получишь, не получишь. Проблема ведь в том, что это ад Сведенборга. А альтернатива-то какова? Ну вот видите, я все время говорю, что есть вещи не такие вовсе сложные, как в объяснении-то. Проблема вся в том, что, например, поговорить про легкую жизнь очень просто. Для этого достаточно объяснить ребенку, что удовольствия без напряжения не бывает. А как преодолеть ад-то? Чего? Предложить варианты. Какие есть варианты? Вот я же про это. Вместо капризы надо
А что может быть на месте каприза? Прошение благодарения. Прошение благодарения. Я боюсь к детям до школьного возраста подходить словами прошение благодарения. Я боюсь. А? Что делать? Там рубильник есть какой-нибудь? Или таблетками будем переключать? Ну, на какое? Вот я про интерес. Что такое интерес? Давайте, стоп. Давайте разберемся сначала в том, если вы так с этого хотите начать. Что такое интерес? Откуда он берется? Что нравится? Чего? Поиск новизны. Что? Чем больше запретим, тем больше будет тайны. Между прочим, в этом есть своя сермяжная правда. Я хочу сказать вот что. Чего ребенку, современному ребенку, больше всего не хватает? С этого рассуждения эта книжка начинается. А это ВКонтакте как же? А школа, она это не общение? На равных, а там это, тусовка на переменках, в кружках после школы. Что? Нет, дочка моя все время говорила, когда я начинала давать какие-то советы, она мне говорит, полюби меня. То есть имела в виду обнять, Вы удивитесь, это про объятия в этой книжке тоже есть. Это детям, правда, очень нужно, и взрослым тоже. Кто-нибудь меня обнимет, ладно, после лекции. Хорошо. Я хочу сказать вот что. Для меня все-таки самое главное не недостаток объятий бывает. И недостаток общения, поскольку, пожалуй, с недостатком общения мы сталкиваемся позже. Уже после школы, института, там обязательное же общение, да, есть, оно никуда от него не денешься. Хотя вот, раз вы пришли, значит, нам общения действительно не хватает, правда? Я хочу сказать, что вот это я хочу, чтобы бабушки, дедушки, родители, это то, зачем нужны сказки. Я думаю, что современному ребенку больше всего не хватает тайны. Тайны, самой тайны. Проблема в том, что вот все остальное появляется потом. Дело в том, что для того, чтобы чем-то интересоваться, нам нужно ощущение какой-то тайны. И ровно то, где мы это ощущение тайны найдем, ровно в эту сторону будут направлены наши интересы. А современная жизнь на самом деле полна иллюзии отсутствия тайны. Знаете, вот это ощущение всезнаек. Ну вот я сейчас открою интернет, и там есть все. Поэтому я на тебя буду смотреть сверху вниз. Потому что как бы вот это ощущение, что ты можешь найти любую информацию, порождает ощущение, что ты уже все знаешь. Просто ты эту информацию в какие-то красивые для себя мелодии и цепочки составлять не умеешь. Но кажется, что это не нужно, это сделает кто-то за тебя. И это снова вот эта самая некоторая модель легкой жизни, правда? Легкая доступность информации. Кажется, что информация – это и есть то, что ты ищешь. Вообще складывается такое ощущение, что все уже известно. Все понятно, все цели определены. Да, ну надо зарабатывать побольше денег. Что там еще? Выйти замуж побыстрее, чтобы подруги завидовали. Рожать детей – это я про женскую часть человечества. И пусть там муж деньгами занимается.
Так, между прочим, в результате этого процесса и дети остаются без объятий по той простой причине, что если не чувствовать в них тайну, а если чувствовать, что они такие деревянные человечки, про которых тоже все известно, достаточно в интернете посмотреть. А если что непонятно, тогда за тебя будут решать врачи или кто-нибудь еще. Поэтому у нас как-то не заметили, может, я не прав, конечно, не заметили вы, что в обществе вообще чувства и способность говорить о чувствах, они исчезают. Потому что мы во всем хотим технологии, схемы, да, какой-то, вот, чтобы вот ты нам объясни, как правильно. Мы будем делать крестовину, да? Простую и ясную для управления механическим человечком. Понимаете, какая штука? А и там у Алексея Толстого этого практически нет. А на мой взгляд, у Колоди есть удивительная вещь. Он когда описывает процесс создания Пиноккио, то там два мастера, да, мастер Антонио по прозвищу Вишня и мастер Джепетто по прозвищу Кукурузная лепешка, который будет папой Пиноккио. Какая разница между ними? На самом деле, для меня Колоди описывает, возможно, два главных человеческих типа. Ну, эти два человеческих типа, их можно по-разному там описывать, искать. Так вот, мастер Антонио, он берет полено, обычное полено, и начинает его тесать, хочет из него сделать ножку для стола. Тут полено вскрикивает, начинает ругаться, разговаривать. Что делает мастер Антонио? Пугается, отбрасывает полено в сторону. И как только к нему случайно заходит мастер Джепетто, он его пытается сбагрить. Правда? Да, сбагрить и сказать, вот тут есть хорошее полено, может, ты заберешь, делаешь из него человечек. Он знает, что Антонио об этом мечтает, сделать человечка и ходить с ним по ярмаркам. Спрятался за ручкой микрофона. Это отношение к тайне. Есть люди, которые тайны панически боятся, и поэтому жизнь их неинтересна. Она, ну, вот это и есть некоторая технократическая модель жизни мастера Антонио. Я не хочу сказать, что технократическая жизнь, связанная со схемами, с ясной ценностью зарабатывания денег, плохая жизнь. Я хочу сказать, что она, эта жизнь, очень быстро становится скучной. И что с мастером Вишней происходит? Единственная информация, которая есть о нем у Колоди в конце сказки, один из персонажей скажет, знакомая до боли, до боли знакомая, скажет, а мастер Вишня-то ты знаешь, он спился совсем. Потому что если человек тайну в жизни не чувствует, то он не может и смысла жизни найти. Потому что знаете, что такое смысл жизни? Это тот кусок тайны, в которую я вгрызся своей жизнью. Она не важна, она может быть и технологическая, эта тайна. Лишь бы она была. Что такое творчество? Это некая попытка прорваться в какую-то тайну, мою. Правда? Она... Вот та область в тайном, в непознанном. Что такое наука? Это попытка вгрызться в что-то в непознанном, да?
И поэтому я вот чего, с чего пытаюсь начать книжку и объяснить это. Пиноккио, кстати говоря, отнюдь не творец. Там особо творческих-то разговоров нет. Но одна из главных задач, потерянных абсолютно, в воспитании. И одна из главных задач родителей, на мой взгляд, дать ребенку чувство таинственного. Неважно в чем, в кикиморе, которая живет в лесу, в куске дерева, которое можно двумя движениями превратить в загадочное животное, в картине, которая висит дома на стене. Я же вам загадку загадал, правда? В сказке, которую мы прочли и попробовали обсудить, зачем и почему. Я, кстати, в этой книжке довольно много других, ну, других сказок привожу. Естественно, это не обязательно делать с помощью сказки Пиноккио. Просто очень удобно, потому что она начинается с тайны простого полива. Правда? И сказка сразу. Конечно, я об этом тоже рассказывал. Она сразу становится христианской, потому что если вы были в Ассизе, на родине святого Франциска, то вы знаете легенду, изображенную в храме, о том, что там женщина, которая до старости не могла родить, положила в коляску деревянную куклу, а Франциск вынул оттуда живого ребенка. Ребенок это тоже стал проповедником с конкретным именем в Ассизи. Я сейчас даже не про веру. Я про тайну. Это ведь тоже сказка, правда? Или нет, но это тайна. Откуда раздался этот голос в полине? Если мы это создаем, то следующей загадкой, которую мы должны научить, является труд. Труд, труд. Вы это уже сегодня говорили. Это ведь совершенно точно, абсолютно неотличимо от наших детей. Пиноккио бежит и скрывается на самом деле от вот, труда. Да? Потому что учеба ежедневная, это что же труд? И он, и Бон, и Буратино говорят своим папам, типа, ну а нафига? Ну нафига? Это, я вообще даже боюсь об этом говорить, потому что слово труд – это такое слово, что если я его произнесу, вы можете книжку не купить. Кошмар. Даже взрослая, да. Какая-то радость от тела. Напряжение. Ну, во-первых, мы только что об этом говорили. Это необходимость напряжения, конечно. А что еще? Видеть результат. Между прочим, там же страшно, действительно страшно и очень неподходяще все. Там для того, чтобы обрести живую маму, Пиноккио вынужден оказаться на острове трудолюбивых пчел. И более того, когда он оттуда сбежит снова вот на тот самый остров развлечений, в страну развлечений, то все равно ему придется возвращаться, приплывя море, на тот же снова остров трудолюбивых пчел. Дело в том, что я тоже долго думал об этом, и потом понял, что вообще труд – это некоторая форма, единственная, которая у нас есть, форма того, что на Востоке называют медитацией. Я не работу имею в виду. Я имею в виду процесс труда. Потому что процесс труда – это сосредоточенность на некоторых повторяющихся действиях, в результате которого и идет процесс самопознания.
И вообще говоря, мы приучаем к труду, если умеем радостно поговорить. С ребенком после уроков, которые, естественно, случаются каждый день. О том, что он сегодня познал в этой самой своей тайне, ведь ощущение тайны мы должны давать ему гораздо раньше. Колоди, конечно, несколько ближе, чем мы, к эпохе марксизма. И поэтому там есть элемент, который мы в Советском Союзе, конечно, разумеется, на всякий случай забыли у Маркса. Ну, во-первых, мы об этом не Маркс, только Фромм на самом деле заговорил о труде как способе самопознания. И я только когда я для себя это понял, я нашел это у Фромма задним числом. А Колоди предлагает следующее, вы все это знаете, и это очень тщательно, многократно на это намекается в сказке. Поскольку вы в сказке встретитесь со всеми видами труда. И вот там, значит, когда он перестанет быть ослом, рыбы объедят, и останется опять деревянный человечек. А рыб, видимо, фея послала. Роли феи вообще в ее образе, об образе, на мой взгляд, великой богини Софии Премудрости, я вам рассказывать не буду, потому что я в книжке пытаюсь эти аналогии прописать, они скорее поэтические, чем практические. Все же приходят за практическими, да, советами. Так вот... Помните, наверное... Старшего поколения достаточно, Маркс говорил об отчуждаемой и неотчуждаемой собственности и об отчуждаемом и неотчуждаемом труде. И поэтому, для того, чтобы прокормить отца, Пиноккио вместо ослика должен крутить ворот. А для того, чтобы продолжать самопознание, и для того, чтобы, как выяснится, потом снова встретиться с мамой, он начинает заниматься, знаете, чем? Домашним ремеслом. Он начинает плести корзины, да, и их продавать. Ничего зазорного в этом нету. И это и есть тот самый неотчуждаемый труд. Да, это и неотчуждаемая собственность, вот этот набор инструментов плотника, там элементарные, да, с помощью которого он чего-то там крутит. И это позволяет ему собрать себе, наконец, как мне, мечта, да, денег на костюм. И тут он идет. Последний эксперимент, последнее сказочное событие, он идет покупать себе костюм. На эти корзины собраны. И тут он встречает улитку, которая говорит, что мама фея смертельно больна. И срочно нужны деньги на то, чтобы ее лечить. И как только он вот эти последние деньги, которые он получил за этот свой творческий приработок, отдает улитке, он утром просыпается человеком с абсолютно здоровым папой. Да, там. Последнее это. Так вот, я про что? И это все, ну как-то это мы забыли это понимать, перестали это понимать, что вообще говоря, спасением от наемного труда по кручению ворота является ну, труд творческий, труд для себя. И невозможно отделить одно от другого. Я пытаюсь объяснить,
что для того, чтобы ребенок научился получать еще больше удовольствия, он должен научиться что-то делать для себя, но вне обязательной работы. Ну, ребенок обязан учиться, да, например. А вот дальше, то время, что у него останется после уроков, мы должны учить его посвящать какому-то труду для себя. Своему творческому самовыражению, не обязательно картины плести. Можно танцами заниматься и призы брать, да? Можно... Да, между прочим, я все время утверждаю, что есть такая загадка библейская. Но вы мне простите очередную ересь, я их много говорю. Традиционная такая загадка о том, зачем же царь Соломон танцевал перед ковчегом? Да, я здесь в этой книжке пытаюсь объяснить. Он показывал Богу, что он способен трудиться на месте царя. Потому что танец – это сложный ритмический труд. Танец – это не абы как поплясать, это определенный набор па, тем более священных. Да? И более того, по всей видимости, самый древний способ общения с богами был именно танцем. Ну, я имею в виду тот племенной танец, ритуал до изнеможения, да, который вам хорошо знаком там, по кино, этнографии и так далее и тому подобное. Он показывал, что он готов трудиться ради Господа своего. Вот чего он показывал. Совершать монотонные, однообразные действия на всем большом пути следования ковчега. И как только мы начинаем на эту тему рассуждать, и как только мы начинаем думать о том, что ты понял, и как только мы начинаем думать о необходимости напряжения, все постепенно начинает становиться на свои места. А вопросы-то есть какие-нибудь? Или уже хватит информации выше крыши? Да, конечно. Если вернуться к первородному греху, все-таки Бог сказал, что в поте лица будешь зарабатывать, да. Хлеб свой. Да. А человек может легко зарабатывать. Да. То есть на самом деле, все же, я же об этом и говорил, то есть на самом деле зарабатывать в поте лица и рождать, и рожать будешь в муках, здесь очень много рассуждений о том, почему без страдания тоже ничего не получается. Но я хочу сказать, что на самом деле обозначает следующее. Для меня, ну раз вы не захотели учиться в раю, в школе, как положено, под прикрытием учителя, тепличных условий, то самопознанием вам придется заниматься в процессе труда. Вот если с этой стороны посмотреть, там же это ясно сказано, по-моему, просто ясно сказано, и все, да, будете трудиться в поте лица своего. Для чего? Ну, для того, чтобы научиться тому же самому, чему не доучились в раю. И путь обратно вам заказан. А мы все хотим обратно, понимаете? Как-то жить на ренту, как-то... Ну, богами быть сложно, ответственно. Как боги мы бы хотели. Ну, как боги, чтобы жить легко, но ни за что не отвечать. Как боги. Ага. Нет. Нет. Пожалуйста. Я обычно пишу книжки так. Я начинаю с цикла передач, которые я импровизирую, потому что прописать его заранее, это можно с ума сойти, за 10 лет меня бы уже не было. Я импровизирую тренинги, нет, ну я их продумываю, конечно. А потом, вот Наташа, например, и некоторые еще у меня помощницы есть, садятся, расшифровывают эти тренинги, текст, и я... Какая-то использую как основу, книжка. Во сколько раз, Наташа? Ну, в общем, если расшифровывать объем передач, которые есть на диске, они, наверное, займут страниц 60-80. А в книжке 480. Понятно? То есть ни в одном случае это не повтор диска. Так не бывает. Просто невозможно. Так, например, вот там есть таблетка от смерти и диск.
Диск представляет собой единственное последнее упражнение в книжке. Всего остального на диске нет. Ну, просто потому, что это разные форматы. Это книги, правда, книги, а это радиоэфир. И устный формат, и письменный очень сильно отличаются друг от друга. Еще вопросы есть? Простите, скажите, рассматривается ли сегодня ваша страна дураков с ее судом, с нашей сегодняшней реальностью, или полностью исключено? Спасибо. Я, по-моему, сам только что это сказал. Вы прослушали просто. Да. Я думаю, что вообще удивительно просто, насколько мир, по которому путешествует Пиноккио, изначально особенно напоминает нашу сегодняшнюю ситуацию. Но, видимо, вот это примерно, вот эта книжка писалась в конце 19 века, и это, видимо, вот та зона нашего отставания. Да. Ну, это, правда, оставляет надежду, что все-таки, если нам удастся что-то изменить, хоть дети наши будут жить не в стране дураков, понимаете, как конечно. Я думаю, раньше все-таки. Ну, может, мы не доживем, но раньше. Ну, в общем, опыт книжек по Данте показал. Сыпка умные книжки. Не желают их читать слушатели, боятся Данте. Это умная книжка. Но вообще, я вам могу сказать честно, что все, кто прочел, мои, у меня много прочло народу всякого, художники мои, всем очень нравятся эти книжки. Но люди боятся Данте, говорят, тяжело очень. Хотя, на самом деле, это одна из самых прекрасных книг на Земле. Да? И я писал книжки по Данте по той простой причине, что я вообще пытаюсь в радиопередачах говорить о книгах, которым я благодарен. Потому что, ну, у нас же было все непросто. И я, в общем, не знаю, как у нас в советское время говорю, мальчик из бедной семьи. Да? Поэтому. Эти книжки меня спасали. Вот спасала меня «Божественная комедия» почему-то. Вот я по ней делаю передачи и книги. Вот спасали меня «12 стульев золотым теленком». Знали мы их наизусть. Вот я по ним делаю там цикл передач. Да? Вот помогал мне когда-то что-то понять «Москва петушки». Значит, собираюсь сделать и по этой книжке цикл передач, потому что когда, ну вот сейчас прямо, у нас просто, знаете, честно вам скажу, у нас Лена Рыжикова такая есть знаменитая, кто на сайте у нас бывает, режиссер мой вот в тренинговом цикле передач, она тяжело заболела и только вышла на работу, и мы поэтому поставили повтор, и где-то с середины января уже пойдут новые циклы, и один из первых будет по «Москве петушкам». Такой у меня план. Вот. Что касается «Божественной комедии», ну, я вот принцип такой. Сейчас вот да, все-таки издателям-то тоже надо, ну, чуть-чуть хотя бы, они тоже ни черта не зарабатывают. Цены на книги, если обратили внимание, куда ниже, чем в книжных магазинах. Вот. Поэтому вот продадут они тираж «Ада» и «Чистилище». Но, наверное, я все-таки сяду писать и скажу честно, почему. Потому что, конечно, «Рай» – это очень гностическая книга. Это книга, очень не совпадающая с ортодоксальным взглядом на религию. И, наверное, ее надо написать срочно, а то могут не дать. Да, как, что-то такое. Вот. Ну, в общем, если выживу, то в следующем году сяду и за тренинг. Надеюсь, что к следующему Рождеству будет тренинг по «Раю». И я немножко вылезу из своей ситуации и сяду делать книжку. Да. Если детям уже 18-19 лет, то что-то можно все-таки сделать для родителей? Да нет, слушайте, ну... Мое мнение, представляете, а психотерапевт может что-нибудь сделать с детьми? Сделать что-то можно всегда. Но если они, например,
даже с помощью вот этих книжек. Ну, если, например, они не хотят читать книжки, запретите им их читать. Скажите, а вот эту книжку я для своих будущих, вы не читайте нафиг, я ее спрячу. Они прочтут от корки до корки и, может быть, задумаются, а вдруг? Ну, как бы, всегда можно сделать что-то. Потому что ведь самое-то главное, понимаете, какая штука, для чего я эти книжки пишу? Последнюю фразу говорю. Я это уже говорил сегодня. Я это делаю для того, чтобы вам было чего их мировоззрению противопоставить. Но ведь нечего, мы же говорить-то с ними не умеем. Они говорят вот там. И мы или там говорим, идиот, ты все сам потом поймешь, поздно будет. Потому что надо в первую очередь учиться строить диалог всем. И учителям, и психотерапевтам, и психологам, и всем остальным. А как? А как? Вот для этого пишу книжки. Хотите, читайте. Есть там, они же привозили еще книжку вот с вопросами. Это вопросы с сайта и из писем. Но в принципе, люди задают мне вопросы. Я отвечаю, нафига я это тебе? Ну, чтобы вы учились говорить на любую тему, ну вот на какую хотите, да, потому что вопросы же задают правда люди и правда в свободном режиме. Берите, читайте. Там есть и философские вопросы, и толкование сновидений, и болезни, и все. Ну вот, это к издателям, они выбирали. Я правда, я к ней книжки, ко второй, не прикоснулся. Вот. Помощница моя, Валя Скворцова, делала редакцию и вместе с издателями отбирала, чего туда помещать. А кому-то интереснее толкование сновидений, понимаете, какая штука?